Мороз и солнце. День чудесный. Правда, не для тех, кто ждет автобус на остановке. По расписанию транспорт должен был быть еще 10 минут назад. Регулярное опоздание – не единственная претензия жителей Звенигорода к перевозчику. Я стою, жду 28-й автобус, который идет до санатория имени Герцена. Он должен был по расписанию быть 45 минут. До сих пор его нету. И такое происходит постоянно. Причем даже если звонишь, ну, людям, которые за это отвечают, непосредственно, да, никто конкретных ответов на вопрос, почему сбой транспорта происходит, не дает. Микрорайон Супонева, большинство автобусов там как бы делают сейчас конечное. Они разворачиваются прямо на трассе, на Нахабинском шоссе. Сколько раз я наблюдал там аварийные ситуации, очень огромное количество, и они происходили там. Я не знаю, надо что-то делать или дальше место разворота делать автобусом, или в конце концов, по моей видимости, круговое замыкать. Звенигородцы констатируют, в Москву уехать проще, чем перемещаться по родному городу. Автобусы ломаются, нарушают расписание. Приходится ждать на морозе. Вот Супонева наблюдал, позавчера там автобус сломался, его приехал другой же автобус, на буксире увез. Я удивился, конечно, потому что в гололед на мягкой сцепке это опасно. Вопросов крупнейшему перевозчику Звенигорода Мострансавто много, а ответов нет до сих пор. Хотя дорожная карта по решению накопившихся проблем должна была быть готова еще к 18 февраля. 22-й маршрут – остановка квартал Маяковского. Среди пассажиров – глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Автобус задержался на 10 минут. Очень много по вот этому маршруту жалоб, потому что не соблюдается расписание. Не всегда чисто в самом автобусе. Ну, что я вам могу сказать? В общем-то, дороги более или менее нормально, а вот 22-й – это ужасно. Вы часто пользуетесь, да? Ну, я всегда им пользуюсь, потому что я живу в селе Введенское, да. Только этот автобус. Вот тут было, я ездила в город. Морозы мне пришлось. Вы знаете, я ждала 47 минут. Только за последние дни на работу общественного транспорта на маршрутах, который обслуживает Мострансавто, поступило 22 жалобы от жителей Звенигорода. Перевозчик объяснил это обильными осадками и техническим состоянием автопарка. Но выхода из сложившейся ситуации так и не предложил. Ждем дорожную карту. Если не будут происходить изменения, и особенно вот в эти праздничные дни, как раз это будет для нас лакмусовая бумажка. Все будут пользоваться общественным транспортом, перемещаться в магазины, в места отдыха. У людей будет выходной день. Если там будут постоянные сбои по расписанию, значит, мы запускаем все инструменты и механизмы расторжения с вами договоров. Процедура расторжения договорных отношений с перевозчиком может быть запущена уже в среду, 24 февраля. Соответствующая претензия уже подготовлена. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».